Случайно, абсолютно случайно, зашел к Ильясу Сулейману задать один единственный вопрос. Какой? Можно ли в Москве прожить на зарплату тренера? Да. Все отвечают просто «да». Насколько хорошо можно жить на зарплату тренера в Москве? Ну, ты знаешь, можно было бы и лучше жить на зарплату тренера в Москве. Я однозначно вижу, что прогресса возможного. А насколько можно лучше было бы жить в Москве на зарплату тренера? Я думаю, что однозначно хуже, чем на зарплату какого-нибудь депутата Госдумы, но однозначно лучше, чем на зарплату продавца. Вот возьмем две таких фокальных точки, разместим тренера где-то между ними. Между депутатом и продавцом из, я не знаю, из пятерочки? То, что туда попадают все остальные, ну, окей. Сколько нужно работать тренеру, чтобы тренеру можно было прожить на зарплату тренера в Москве? До жопы. Много. В часах? В день? В неделю? Не знаю, часа... Часа 4, наверное, 5 в день, так плотно. Это именно не работать в привычном вот таком понимании, типа сидеть в офисе 8 часов, из которых 6 часов – это веселая ферма, да? Ну, как бы условно, да, такое представление. Не, это именно вот физическая работа и ментальная работа. Ты объясняешь, ты показываешь, ты двигаешься. Я думаю, так примерно. Но это У меня выходит как-то так. Но это же не единственная, собственно, работа тренера. Сейчас ты описал то, что называется верхушку айсберга. Есть же еще какая-то методическая работа. Составление планов, методическая работа, просмотры. Я бы сказал, что у меня в целом работа как-то вынесена в 24/7, потому что я постоянно что-то связанное со своей работой делаю. Но мне интересно, поэтому меня это не мучает. То есть у меня нет желания там, ну, редко бывает желание выделить себе какой-то денек, вообще не связанный с джиу-джитсу. Я это делаю, когда нужно немного прям перезагрузиться и отдохнуть. Но это тоже не каждую неделю даже бывает. Ну, смотри, при такой занятости много ли вообще нужно тренеру в Москве, чтобы жить хорошо на зарплату тренера в Москве? Ну, должны ли быть какие-то большие запросы или это просто какие-то такие? Ну... Слушай, ну я бы не сказал, что прям большие запросы должны быть. Я бы сказал, что скромность. Мерин там это ученика, а мой там Кадиллак перед ним. Скромность, говорю, очень важна, соответственно. То есть соизмерять свои траты, соизмерять расходы, жить по средствам. Спасибо. You're welcome. Что бы вы пожелали начинающим тренерам, которые только задумываются начать жить в Москве на зарплату тренера в Москве? Это моя песочница. Ладно, шучу. Шутка. На самом деле, я бы пожелал вот именно тем, кто начинает, параллельно еще какой-то работой заниматься, потому что, когда они начинают, тренерских денег особо не хватит, чтобы жить в Москве. Если только у них уже нет, например, квартиры в Москве или вписки в Москве, или там их, не знаю, по доброте душевной где-то приютили в Москве, вот, разве что так. Спасибо. You're welcome. Пока Ильяс расслабляется, я тренируюсь. Ну... С колен, наверное, сначала. А теперь я готов такой. Ой, все, устал. Ну, я стал на одно отжимание сильнее. На полтора.